Я искренне рада сегодня поздравить всех собравшихся в этом зале с вашим профессиональным праздником Днем работников культуры. Несмотря на то, что праздник достаточно молодой, люди, которые работают в этой сфере, достойны глубокого уважения. Это люди, которые сохраняют и укрепляют, пожалуй, великое, самое великое достояние человечества – его культуру. Вы выполняете и очень важную социальную миссию. Вы укрепляете духовные традиции общества, его общие человеческие ценности. Вы настоящие подвижники, вы преданы своему делу. И в этот праздничный день мне хочется выразить слова благодарности всем вам за ваш труд, за ваш талант, за ваше умение служить искусству. Дополнительного образования детей, детская музыкальная школа номер 1 имени Колесникова.